через 20 вернемся. А? Да я не знаю. Да, да, он будет. У нас ресторан. Скажи мне. Ладно, я пойду. Затягивается стройка сколько времени? Ни того и ни другого нет. А хотелось бы жителям иметь более удобную. Вот этот пятачок и вызывал, ну скажем так, жесткие требования жителей, потому что там антисанитария, там торгуют все, кому не лень, начиная от приезжающих, так сказать, вне, торгующих не севастопольцев, и в том числе севастопольцев, которые торгуют плодово-овощной продукцией. Поэтому принято решение губернатором сделать там цивилизованный мини-рынок.